В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Мы не оставили аграриев один на один с их бедой. Край взял на контроль вопросы помощи в восстановительных работах и компенсации за ущерб каждому сельхозпредприятию. Регион инициировал сбор документов у пострадавших, где была указана оценка степени гибели и повреждения урожая. Все данные мы направили в федеральное ведомство и сегодня имеем положительный результат. Помощь получат 96 кубанских сельхозпроизводителей. Выплаты уже начали осуществлять через Краевое министерство сельского хозяйства. Чтобы минимизировать погодные риски, в следующем году в регионе будет действовать программа агрострахования. Предварительно на эти цели направят около 340 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов.